Проявляют себя междуреченские подростки и в учебе. Международная научно-практическая конференция. Современные тенденции в науке и производстве состоялась в Кузбасском государственном техническом университете. Около 150 участников представили свои доклады. Это студенты, преподаватели и школьники с 5 по 11 классы. Работали секции «Горное дело», «Юный исследователь», «Проблемы экономики промышленных и финансовых организаций» и другие. Международное участие представлено: дальнее зарубежье, Кения, Африка, у нас есть доклад, и ближнее зарубежье, Белоруссия, Казахстан, Украина и Таджикистан. И Кыргызстан еще. Ну и российское участие, очень широкая география. В принципе, вся Россия, очень много городов. Среди учащихся лучшими признаны работы Дарьи Каныштаровой, Татьяны Шадриной, Юлии Балыковой и Никиты Попутникова. Они представили школу номер 22. Среди студентов КУЗГТУ отмечены доклады Егора Дедикова, Ильяса Янсибаева, Даниила Рудакова. Отличились и студенты Междуреченского горностроительного техникума Ольга Кустова и Юлия Селионова.